Всем hello, бетка почти закончилась, но за первых два дня я успел осознать все преимущества класса Recon в Battlefield 5. Естественно, глупо было бы подумать, что за этот период я или кто-нибудь другой из ютуберов сможет провести полный анализ игры за этот класс. Плюс ко всему не забываем, что это бетка и какие-то фишки и дамаг могут быть пофикшены. Итак, на второй день у меня заработало BF5 нормально, без всяких VPN и прочих хни, которые ухудшают жизнь геймера. Сейчас ПК стабильно выдает 60 FPS, и немного проседает в особо ожесточенных условиях. Это реальное счастье. Значит, дело было не только в моем ПК. Фризов, лагов особо нет, а значит, можно и понагибать. Все, что мы так долго ждали, свершилось. Снайпер теперь действительно является снайпером, а не полноценным рашером, по крайней мере для меня. Снайпер сейчас именно в тех условиях, в которых он должен быть. Держаться на удалении в 100 метров и отстреливать пехотку, вот его главное действие. Хедшот ценен как никогда. Из-за того, что игра стала медленнее, многие игроки стараются поразить цель и долго целиться. Это ваш шанс. Теперь снайперу нереально перестрелять автоматчика на ближних и средних дистанциях. Только если автоматчик будет реально рукожоп и отвернется в противоположную сторону. Тогда вы сможете его убить. Если бы ваншот был с первого патрона, как это вероятно будет на харде, и если хард это будет, то вопросов нет. Но переиграть чела с автоматом нереально тяжело. Пистолет не вывозит. Остается попадать одной пулей в тушку и сразу добиваться пистолета, надеясь попасть сопернику в голову. Вроде бы патронов не так много, но убивая врагов и подбирая боезапас, можно довольно хорошо себя чувствовать на карте. В среднем даже хороший снайпер, перемещающийся от точки к точке, метко стреляющий и видящий почти на 360 градусов, не будет жить дольше 4 кило. Я сейчас говорю про агрессивного снайпера, но о нем чуть позже. Тактическая составляющая сейчас чуть ли не важнее, чем сама стрельба. Вы постоянно должны быть готовы к боестолкновению. Враг может появиться из ниоткуда. Грамотно перемещаться по карте – залог вашего успеха. Стрелять намного проще, чем в той же четверке. Я не знаю почему, но вроде это из-за анимации движения. Попадать стало гораздо легче. Итак, прицелы. Сейчас доступно две версии прицелов. Это Medium, Long, и это именно про оптику я говорю. Medium – это примерно 4 крата, а Long – около 12-14. Если вы играли со средними прицелами и перешли на лонг, то игра практически не изменится, только будет надо сенсу подобрать под новый прицел, под новый масштаб. Если, поиграв на лонге, вам не понравилось, будете некоторое время привыкать к медиуму. То есть невзаимозаменяемые прицелы, скажем так. С лонгом играть удобно, но тайминг прицеливания чуть больше, расстояние для поправки также больше. Здесь все на любителя. С каким хотите прицелом, с такими играйте. Очень бодро смотрятся квикшоты. В четверке и BF1 они ощущались по-другому, скорее всего из-за той же анимации. Но они стали более отчетливые и очень эффективные. Хотя о какой эффективности можно говорить, если это квикшот не в голову. Потому что, как мы все знаем, помним, по логике DICE, снайперка не должна ваншотить на нормаль. Не могу обойти и ДМР винтовку. Почему-то у ДМР дамаг в тушку равен 51 или 55 единиц, точно не помню, а в хедшот 81 или 88. То есть, когда снайперка вынесет хедшот, то с ДМРки надо будет стрелять еще раз. Только учтите, что соперник на месте стоять-то не будет. И здесь палка о двух концах. С одной стороны, если бы ДМРка ваншотила в хед, то все бы снайперы играли с ней, и был бы дикий дисбаланс. А дамаг в тушку идентичен снайперке, то есть, ну, понять я не могу. Вот и смысл брать ДМР, если все равно стрелять два патрона. Плюс к тому, боезапас у ДМРки за счет полуавтоматической стрельбы очень быстро расходуется, а КПД ДМРки уступает болтовка. Если вы играете агрессивно, то тот боезапас, который вы поднимаете с убитых врагов, позволяет жить как в шоколаде. Ведь все равно батла осталась батлой, и командная игра здесь нафиг никому не нужна. Никто вам лишний раз патроны не кинет, никто вам не кинет лишний раз аптечку. Все как всегда. И в конце хотелось бы добавить, что я уже нашел довольно-таки существенные минусы в этой игре, и про них я расскажу в другом своем видео. Всем спасибо за просмотр, лайкайте видео, и до новых встреч!